Приветствую, друзья. Вот для того, чтобы быть в состоянии достижения целей, быть в состоянии сверхобучаемости, надо сделать две вещи. Первое – освободиться от ложных убеждений о своих возможностях. И второе – снять нервно-мышечные зажимы. Да, ну а третьим я не говорю о самом главном. Это мы узнаем на вебинаре с Романом Газенко, где я буду показывать новейший прием высокочастотная вибрация. Но все говорят, вибрация, вибрация, это слово модное. Но вы увидите, что на самом деле такое вибрация высокочастотная, которая буквально за 30 секунд снимает эти нервно-мышечные зажимы, освобождает голову от ложных убеждений, помогает быстрее войти в состояние сверхобучаемости и быстрее достигать целей. Ну, посмотрите. Приглашаю.